В общем, когда-то я записал видео о том, как работать на макеваре. На макеваре, закрепленной на кривое дерево. Вот оно кривое, и мне задавались многие вопросы по поводу, а где же найти столько кривых деревьев? И на самом деле это оказывается несложно. Вот сейчас я нахожусь в Таиланде, на Самуи, и сейчас вот это вот морское дно. Стою я на дне моря. Сейчас отлив, и поэтому это твердая площадка. Вот. А на самом деле у меня под ногами кораллы, раковины и все такое прочее. Вот это как отливает, на этом можно позаниматься. И вот эти все деревья, которые вокруг находятся, они растут из морского дна. Поэтому они все кривые, самых разных замысловатых форм, какие только есть вообще на свете. Вот. Поэтому закрепить можно под углами, под самыми разными. Оказывается, это совершенно несложно. Вот. Ну, на самом деле, я просто пока, если вы целенаправленно хотите кривое дерево найти, возможно, это будет трудно. Я же вам рассказываю о том, что куда бы вы ни попали, какое бы дерево ни было, вот не нашли прямого, да, для базовой работы, работайте на кривом. Это не имеет никакого совершенно значения. Всегда можно найти способ, методику, которую можно работать. Я специально закрепил макевару вот под таким углом, то есть неровно, чтобы работать прямые техники в уровень там, головы своей, а под углом вверх, для того, чтобы отрабатывать нисходящие техники под 45 градусов. Потом я, возможно, поверну макевару и поработаю по-другому, нисходящие техники и так далее. То есть, видите, богатство выбора на самом деле довольно-таки большое. Куда наносятся эти, значит, удары? Для каких техник я закрепил ее? Для нисходящих. Это прежде всего техника шуто, это техника хайто, это техника хайшу, это техника какуто, техника тэцуй, вот, различные удары локтями сверху. Вот. Единственный момент, очень трудно стоять на этой площадке крепко и перемещаться. Еще сложнее. Почему? Потому что острые кораллы, вся земля горбатая, фактически на скалах и на кораллах надо заниматься. Поэтому приходится, значит, укореняться в одном конкретном месте, принимая жесткую какую-то позицию, и из нее наносить максимально сильный прием. На самом деле это даже неплохо, это опять отработка нюансов самой техники. Что это за нюансы? Бывают такие моменты, когда вы не можете вообще перемещаться. Вы можете только крепко встать в одном конкретном месте. Например, вы на льду, или, например, вы в скалах, вот как сейчас я там, например, или среди самих кораллов, или, например, вы в снегу по колено, и вы можете лишь укорениться в одном конкретном каком-то месте и с противником зарубиться в обмен. Так вот, чем богаче у вас будет ударная техника, если вы овладеете не только ударами кулаками, не только сайкен, а можете наносить удары восходящие, нисходящие, по любым траекториям, любыми частями руки, у вас любое положение подразумевает, что вы можете из него какой-то удар да нанести в любую зону противника. То, например, здесь очень трудно вот под таким углом ударить как-то кулаком. То есть таким вот оверхедом каким-то сверху, и все. И на этом ограничивается все. Больше кулаком ударить никак нельзя. А вот любыми другими техниками можно нанести массу приемов самых разных. Да, тэцуи там всякие, все что там угодно. Тэйшо, кайто, как угодно можно работать. И если у вас возможность такая есть, вы сразу можете окучить противника по полной программе. То же самое дает преимущество перед теми, кто работает только кулаками. Они не владеют техниками ударов сверху, потому и поэтому же они от них очень плохо защищаются. Вот. Предположим, вы показываете противнику, как будто наносите кулаком удар без замаха сверху, и противник как-то реагирует. Вы вот укоренены. Значит, для него максимальные способы защиты наиболее распространенные – это сбивы руками, да, и уклоны, и нырки. Соответственно, противник вам оставляет место, чтобы ударить сверху. То есть вы показываете, что вы делаете движение, как будто будете носить удар кулаком, противник либо делает уклон, либо нырок наклоняется, либо делает сбив. Но он оставляет вам зону шейного треугольника, да, раскрытую. Это от мочки уха и до плеча. Возможно, у него плечо прижато, конечно, но мочка уха тогда все равно будет открыта. И с какой-то стороны зона будет раскрыта. Если это нырок он делает, он больше вам откроет затылочную часть, да, со стороны шейного треугольника. И вы сможете ударить эту нисходящую технику. Поэтому и работаем технику от головы, то есть встали. Руки около головы защищают инициативу локтем. Инициатива локтем от бедра, но удар наносите
по прямой и сверху в зону ключиц. С другой руки в вой варианте, то есть не меняя стойку, можно работать абсолютно точно так же. С передней руки, соответственно. Очень важные техники, техники тейшо. Даже у неподготовленного человека тейшо обычно крепкое. По столон с ладошкой может ударить сильно, с пощечину влупить тоже может. Но тейшо работаем обязательно. Тейшо работается как удар волейболиста от головы. Таким образом выносим вперед локоть и делаем хлыст вперед рукой. Удар идет немножко по нисходящей, то есть не снизу вверх, а клюющее движение такое сверху вниз, бросок туда ладошкой. Выглядит так. С опущенных рук точно так же можно работать. Это боевая будет уличная ситуация. Когда у вас руки внизу, вы разворачиваете левое плечо, а поддергиваете правое плечо вверх, а отсюда носите хлопок, как при подаче в волейболе. Очень похоже. Раз, и хлопок сверху. Этот удар наносится, как правило, в область носа и переносится в лицо, сверху. Накрываем. Таким образом. Дальше. Хайту наотмашь. Два у вас оппонента. Один справа, слева. Притом надо ударить сюда. Наотмашь. Также и шута можно бить наотмашь. Как стояли, рубанули. Также и хайта. И хайшу. И хайта, и хайшу. Любую технику можно ударить. Сейчас работаем с технику хайшу. Снизу. Очень хорошие техники, но относятся к экзотическим, но очень хорошо работают. Это кумады, например, когда вы бьете тот же самый тейшо, но вперед выдвинуты пальцы. То есть тейшо вы бьете в область подбородка, вот, а пальцы идут в глаза. То есть кончики пальцев участвуют тоже в ударе. В самом конце, если попали, пальцы собираются в кулак. То есть вы лицо должны оторвать. Жесть, да, рассказываю? Кошмарные вещи. Дальше. Хирокен. Собранные пальцы. Бьем костяшками. Куда наносится? Наносится в область виска, подуха, по ключице, над ключицу, под ключицу. Удар очень хорош, если место подготовлено. Оно будет подготовлено, если вы будете работать на упругой макивале.
Для чего нужны все вот эти техники? Их основная, главная стратегическая самгизадача – это не экзотика какая-то, вот, чтобы разными пальцами там вытыкивать что-то там, имея их железные и все такое прочее. Нет, это не ради, это имеет абсолютно прикладной смысл, очень конкретный и очень ясный. В чем он заключается? Он заключается в том, что, не сходя с одного места, вы можете выбрать то, чем будете наносить ударную технику. И ее сможете нанести. У вас обязательно получится. Ударную технику получится всегда нанести. То есть какое-то место под каким-то углом обязательно ляжет нормально на мишень. И если вы работали только кулаками, у вас выбор техники будет ограничен. Вам надо тогда обязательно перемещаться, иметь площадь, по которой можно маневрировать, чтобы вам удобно было. Если вы лишены маневра, здесь все решает то, насколько у вас богат, значит, арсенал различных ударов и траекторий, ударных мест и поверхностей. Потому что разные ударные поверхности позволяют с одного места нанести удары по самым разным траекториям. В том числе и сверху, и абсолютно снизу, и сбоку, и как угодно. То есть как бы я ни встал, вот я встал, предположим, я знаю, что я могу нанести сразу несколько ударных техник. Будь у меня только кулак, вот все, что я отсюда могу сделать, не меняя стойку, это нанести вот такой удар кулаком. И все, и больше ничего не могу. Потому что никак по-другому у меня уже не получится. Это единственный удар, который я могу сделать. Либо мне нужно перемещение какое-то. Все. А под таким углом ничего. А вот любыми другими техниками я могу. Я могу нанести и локтем удар сверху. И хайто могу нанести. И хайшу могу нанести. И шуто могу нанести. Да? Могу нанести и понкен, накадака, и понкен. Как угодно. То есть могу отсюда находиться, ударить тейшу. Наотмашь ударить. Сюда переместиться. Шуто, шуто, тейшу, хайтинг, пам. И кулак добавил. Все, как угодно. Понятно, да? Сюда наотмашь ударить. Таким образом. То есть это мне позволяет развить технику. И даже если я потом уже могу переместиться, я вот такой неожиданной самой техникой, когда у меня, предположим, от оппонента 2, и мне нужно быстро взорваться, не меняя положение, чтобы контролировать самки другого, нанести удар в лицо противнику и тут же добавить, если я вижу, что попал. То есть вот для чего нужны эти экзотические техники. Но нанести их можно только тогда, если у вас ударная поверхность хорошо подготовлена. Если она подготовлена, проблем не будет. И вы уметь должны этими ударными поверхностями работать как с передней руки, так и с задней. Из любого положения. И наотмашь в том числе. Хирокен наотмашь. И понкен. Понимаете? Взорваться из любого положения. Удивить противника. Ошеломить, развить атаку и победить. Поэтому обязательно работаем во всех направлениях. Продолжаем тренировки. Удачи!